Итак, добрый день, дорогие мои подписчики. Сегодня 18 августа 2022 года, и я уже давно не делал репортаж о стоимости горюче-смазочных материалов в Бельгии. На данный момент в городе Турне, это заправка ДАЦ-24, дизель стоит 1 евро 86 центов, евро 95, евро 68 и супер евро плюс 98, 1 евро 89 центов. И газ стоит природно 4,35, как видите сами, цены у нас упали до того, как я поехал в отпуск. И вот я приехал, у нас такие цены. Здесь ДАЦ-24, все заправляются спокойно, без проблем. И я нахожусь в городе. Сейчас поедем дальше, проверим заправки, которые, допустим, не другие, вот, допустим, те, которые самые дешевые у нас заправка есть. Ну, вот такие цены. Всем, кому интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.